Добрий ранок, ми з України. Добре утро. Знаєте, Ніколаївці настільки сурові, що сьогодні ночі обстрілювали, з утра ночі дзвоню в МЧС. Він говорить, а у нас не було дзвінків, по 101 не поступало, все робоче, там якісь мелочі по старим бомбам, знайшли то, 5-10. Говорить, а по обстрілам ніхто не дзвонить. Я говорю, ну гепнуло щось. Не знаем, то есть все на морозе. В паблике с утра пишут, вернее, не паблике, в ночью после обстрела, когда ударило громко, пишут, а где это ударило? И наши отвечают, да-да, вот так вот наводчики спрашивают, хер тебе. Ну, в итоге были обстрелы, но я на данный момент не понимаю, что повреждено, сейчас буду разбираться. Но чувствую, что Николаев привыкает к обстрелам и игнорит там мнимую опасность и... На данный момент все спокойны. Это не касается, безусловно, тех авиаударов и расстрелов, которые они проводят по селам и по ОТГ. Там, конечно, ситуация намного сложнее. Но тем не менее. Там есть одна идея касаемо укрепления обороны города. То есть всем понравится. Я сейчас ее изучаю с точки зрения технической. Координирую с военными и с там, инженерными сетями. Проработаю и к вечеру, наверное, попрошу там помощи наших друзей одесситов, потому что там по строительной технике надо будет кое-что. Но, в принципе, хороший план, хорошая идея. То есть, даже если мы нападаем, о защите надо всегда думать. Спасибо, до встречи. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.